Прослушивания закончены, члены жюри выбирают лучших. В Омске завершился второй тур межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени Вильгельма Шпетта. Во второй тур прошли 18 музыкантов. На ошибку шанса не было, ведь можно было исполнить не три произведения, как в первом туре, а всего одно, но полной формы, длительностью около 15 минут. Сейчас конкурсанты готовятся к финальному гала-концерту. Юные участники выйдут на сцену вместе с музыкантами Омского симфонического оркестра. Сыграть с опытными исполнителями мечтает и юная Анжелика Стластных, скрипачка из Красноярска. Она призналась, что конкурс имени Шпетта – один из самых волнительных состязаний в ее жизни. Первый раз я поехала на этот конкурс в другой город, и первый этап был волнительнее, чем второй, потому что много пьес. Я даже не ожидала, что будет настолько сильный конкурс. Очень много было детей, которые просто блестяще играли, играют на скрипках.